Ребят, всем привет! Меня зовут Слава. Это мой новый будущий мотор. Какое-то время назад я задался вопросом, реально ли, не имея опыта постройки двигателя, построить своими руками в гараже с помощью вот неких инструментов, которые у меня есть, построить мотор, который я смогу поставить в свой Civic, на котором я делаю тайм-атак. Первое видео, я надеюсь, не последнее, у меня хватит сил и терпения доснимать все до конца. Я врач по образованию, я не инженер, но при этом у меня есть небольшой опыт постройки моей собственной машины. Снимать буду сам, крутить буду сам, все здесь в гараже, поэтому, ребят, простите, не могу обещать нереальное качество съемки, уверен, будет миллион дублей, все будет склеено, переклеено, но ключевой момент серии этих видео, я надеюсь, это будет серия, а не одно видео, поделиться информацией, поделиться теми знаниями, которые я почерпнул из книг, форумов, мануалов, советов друзей и опытных ребят, которые уже строили такие моторы. Вот, поэтому не судите строго, надеюсь, всем понравится. Всем добра, смотрим за процессом. Вот, собственно, блок, на базе которого будет строиться мотор, это блок от двигателя К24А3. Итак, блок был отпесочен, потому что он был очень грязный, старый. Его почистили, после этого блок отвезли в моторный цех, где установили новые гильзы, расточили его под стоковые поршни от мотора К20 размером 86 мм. Напомню, что поршня, которые стоят в этом блоке с завода, диаметром 87 мм. Именно поэтому пришлось мотор перегильзовать для установки поршней другого диаметра. Вот, несмотря на то, что блок отпескоструили, почистили, его перед сборкой и вообще какими-то дальнейшими действиями очень важно отмыть, прочистить каждый масляный канал. Вы видите, что мы сняли масляные форсунки для того, чтобы провести их инспекцию, все почистить и собрать на место. Все масляные каналы должны быть качественно почищены, потому что если вдруг в них останется какая-то грязь, песок, абразив, стружки металла, это приведет к неминуемой гибели мотора, даже если все будет собрано правильно. Поэтому я намерен уделить этому особое внимание и сделать все качественно. Перед тем, как приступить к мойке блока, очень важно открутить все заглушки масляных каналов. Я хочу показать вам, сколько грязи там было. Соответственно, это грязная пробка, масляный канал такой же грязный, это трудно показать на видео. Вот, но представьте, какой урон может нанести мотору такое количество абразивного материала, которое будет находиться в масляных каналах и может попасть в вкладыши коренные, шатунные и другие движущиеся элементы. На блоках К24 и К20 таких заглушек 3. Одна здесь, вторая здесь и третья со стороны маховика. Мы вытащили все три и теперь можем приступить к мойке блока. Пару часов спустя блок отмыт. Я промыл все каналы, прочистил, продул, просушил, снова промыл, еще раз продул и еще раз просушил. Масляные форсунки. Все очищено, промыто. Сейчас будем делать инспекцию. Согласно мануалу. Болты постели.
и, собственно, сама постель. Перед установкой масляных форсунок я хочу провести их инспекцию. Согласно мануалу, нужно взять сверло диаметром 1,1 мм для того, чтобы проверить проходимость носика форсунки и канала в банджо-болте. Окей, вот наша форсунка. Вот сверло, проверяем проходимость, здесь все нормально. Болт, все так же. Проверим остальные три и можно установить их на место. Так, я проверил все четыре форсунки, они в порядке, а вот этот болт, очевидно, нет. Здесь есть следы коррозии, обратный клапан у него не держит. Вот, по этой причине я решил заменить все четыре болта, благо у меня в гараже остались болты от свежего К20, которые я буду собирать позже. Вот, проверил их работоспособность, все клапаны работают, можно устанавливать форсунки на место. Форсунки изначально затягиваем от руки, после этого протяну динаметрическим ключом. Так, третья форсунка на месте. И осталась еще одна. Окей, все четыре форсунки на месте. Осталось протянуть их динаметрическим ключом. Согласно мануалу, усилие затяжки каждой форсунки 16 ньютон-метров. Для этого мы берем маленький динаметрический ключ и устанавливаем на нем усилие 16 ньютонометров. Окей. Я, кстати, как-то говорил, что такие ключи хранить нужно в разжатом состоянии, потому что внутри находится пружина, и когда вы храните его зажатым в каком-то из положений, которое вы использовали, пружина садится, и прибор теряет точность. Окей. Раз, два, три, четыре. Еще один важный момент при использовании динаметрического ключа – это делать затяжку в одно непрерывное плавное движение. Дотягивая резьбовое соединение, вы теряете точность, которую вам дает динаметрический ключ. Пришло время установить и промерить коренные вкладыши. Я буду использовать вкладыши производства King. Это не заводские вкладыши, они не подбираются по размерам и цветам. Масляные зазоры в допуске для таких вкладышей 0,45-0,60 мм. Для этого я буду использовать пластик гейдж зеленого цвета, диапазон у которого 0,25-0,76 мм. Это верхний вкладыш, замок у него с этой стороны, маркировка стандартный. Окей, ставится он весьма легко, просто вкладываем внутрь, убеждаемся, что вкладыш посажен ровно и не торчит. Окей. Итак, я уложил пластигейдж во всех пяти вкладышах. Разглядеть его так будет трудно, потому что это очень тонкий пластиковый шнурок. Теперь мы устанавливаем постель на место. Окей. Постель на месте. Вкладываем болты. Усилие затяжки здесь 29 ньютон-метров. И после этого мы дотягиваем на 56 градусов. Это заводской допуск. Для этого нам понадобится динаметрический ключ и угломер. Небольшой лайфхак. Если вы не собираете эти моторы каждый день, то запомнить
порядок затяжки болтов может быть трудно с первого раза. Для этого я использую маркер и обозначаю каждый болт в своем порядке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для того, чтобы дотянуть болты на 56 градусов, нам потребуется вот такое приспособление. Итак, я промерил все зазоры. Для большей надежности я повторил процедуру дважды. Решил не экономить время и сделать это в угоду безопасности мотора. Зазоры все в допуске. Пришло время смазать вкладыши, установить коленвал, промазать блок герметиком и установить постель. Для смазки и сборки мотора я буду использовать вот такую жидкость для сборки Assembly Lube от Redline. Я решил все-таки заморочиться и заказал этот бутылек с Америки, нежели использовать обычное масло. Для сборки этого мотора я заказал фирменный герметик Honda Bond HT High Temperature. Возможно, можно было бы использовать что-то местное, купленное на базаре, но я предпочел заморочиться и заказать оригинальный герметик. Вот мануал. Согласно мануалу, нам нужно промазать герметиком вдоль прерывистой линии. Важно установить постель в течение 5 минут, иначе герметик засохнет и потом будет риск того, что все это побежит. Итак, я думаю, на этом я завершу свой первый выпуск. Я уже порядком устал, я сегодня весь день в гараже. Но у нас есть обработанный чистый, кристально чистый блок. Мы промерили зазоры вкладышей коренных, все пять в допуске. Установили постель, установили вкладыши, коленвал. Коленвал крутится свободно от руки. Начало положено. Что же, будем собирать мотор дальше. Как я и говорил, надеюсь, это будет серия видео, где я смогу полностью отразить сборку этого мотора с чистки блока до запуска.